Всем. С вами добро пожаловать в упражнение игры Fallout 4. Я тут немножко кастомизировал наши пушки. Вот я тут револьвер прицел поставил. Тут я сделал новый прицел, кстати, вот такой. Этот пистолет его тоже немножко прокачал. Тут я ничего не делал, потому что материалов не хватало. Тут я не помню, наверное, тоже ничего не сделал. Хотя, может, там что-то прокачал все-таки. Это я тоже не трогал. Это я тут что-то сделал. То есть это наша вот эта фигня. Только я ее поменял и сделал вот это. Даже не помню, может, показывал серию прошлой. И на девятку поставил я кастет. А на нолик я зачем-то нечаянно нажал. Вот. И сегодня мы будем... Ну, как сказать, тут все наши пушки. Я все лишнее разобрал, я все убрал. Вот, теперь нам надо просто идти и делать либо задание, либо что-то еще. Так. Я уже забыл, что я хотел делать в прошлой серии. Я вообще хотел патроны идти фармить, но... Что ли я? Сейчас пойдем сюда. Самый ближайший квест. Вот в этой стороне. Надо сделать все деревни все-таки, потому что раз это наша телепортация, ну наши телепорты, которые мы можем между ними проходить и потом не париться чем другим, что потом не надо будет ходить туда сюда. Вот. Сколько у нас тут заданий? И вот. Это, наверное, единственное объяснение. Зачем надо? Ну, плюс это XP, деньги, всякая такая фигня, которая нам, типа, нужна. Там, смотрите, завод есть. Мы, наверное, в этот завод сходим. Хотя, может, даже по заданию, которое мы от них получим, зачистить этот завод. Мы, наверное, даже это пойдем и сделаем. Hell yeah. Hell yeah. Скрытая атака. Где-то вот там этот завод. Тут какой-то домик, наверное, это вот этот или что-то. Тут-то я хочу посмотреть, потому что я никогда не был. Тут у нас вот что. Еще вход найти. Стрелиться можно. Здорово, Нара, а как нам тут сходить? Okay. Hey there. That's close enough, stranger. We're a peaceful farm. We don't want any trouble. It's okay. I'm friendly. Not looking to cause any trouble. If you say so, but be warned, we're armed here. So don't try anything. Let me tell you, farming ain't easy. Out in the field all day, every day, and every minute of it spent watching your back. Farming's hard work. Won't argue with that. Blake Abernathy, you new to the Commonwealth? Yeah, you could say that. Good to see a new face. How about you? Ever think about working the land? What do you need to start up a farm? Well, my father would have told you it's the three L's. Land, labor, and love. You gotta have land to work, you gotta put in a full day's labor, and you gotta love what you do. Anyone who doesn't ain't gonna last long. Word of advice though, if you do start up a farm, be ready to deal with the raiders. Why do all the hard work when you can just take what you want at gunpoint? Bastards. All of them. Last time those raiders hit us, my daughter Mary tried to stand up to them. Now she's buried out back of the house. Only 21 years old, and they shot her down without a thought. That's why we need the Minutemen back. And the sooner, the better. There's nothing worse than losing a child. Believe me, I know. You don't need to be reminding yourself about that. I'm sorry to hear you say so. I don't have much to offer, but those raiders that killed Mary, they took her locket too. It's been in Connie's family for generations. If you could get it back, it'd mean a lot to us. Don't worry. I'll get that locket back for you. Good. Connie feels like it's a part of Mary.
I don't think she'll rest easy again as long as it's gone. Šekis, to je zlé. Она не любит, когда мы делаем что-то такое хорошее, типа. Ей нужно, чтобы мы, типа, все воевали. Тут у нас ничего нет, да? Угу, может что-то надо. Окей. Оружейец. Обязательно. Обыскать, окей. Куда у нас задание? Потом сделаем. Это раз... Окей. Мы все-таки сходим на тот завод, потому что... Ну, нам патроны нужны. Без них, можно сказать, я никуда. Что это? А, такая маленькая ферма. Окей. Я хочу посмотреть, что это за коробка такая, которая тут все время нарисована. Это похоже на дом, на который не дом. Может быть, хотя фикс его знает. Ну это дом. А почему так? Почему так сильно выделяется тогда? Фьюжн Рейджер. Маска гриф. Опа, на. Ну чё? Это всё? И почему его тогда сильно... Почему так сильно это здание-то выделяет? Если у него, может быть, вообще ничего нет. Как-то странно, ну ладно. Так, вот завод. Пошлите. А, ну это такая маленькая ферма. Тоже совет. Тут должны быть трейдеры. Дикий бой. Так, сейчас пойдем, давайте взломаем. Гейф. Вообще ничего я не поймал. Мне со знаками вообще не повезло. Вода. Ой, вот тут один есть. Так. Это еще просто попробуем. Нету. Тавуд. Грей. Пост. Ворлд. Фак. Hey. Sure, sure. Just keep your shirt on. Go check that out. Forget it. Ну ладно.
Может, так не надо. Task. Where. Wake. Where. То есть это не буква E и не E в конце, а какая-то из них. Либо E в середине или R. Where и wake. Может, в desk? With deal. Все-таки буква Е вторая. Это в нашем пароле. Давай-ка deal. Нет. Сходство 2. Может, это desk? Сходство 1. Окей, то есть это deal. Это может быть DA или что-то еще. Нет, это будет, может, E и L. Или E и S. Даже вер пробовал, да? Может бит? Hell yeah. Вот ты будешь хилером, а? Эти даже круче, так сложно. Так, даже интересно, что тут. Hell yeah. Nice. Опа-на. Крышка граната. Hell yeah. Я возьму, пусть будет. Вдруг понадобится. Всякое может. Окей. Yeah. Чего нет? Ты чё вообще? В легкий сейф. Изи. В смысле? Как так? Как так получилось? Да ё-мо. Наконец-то. Yes. Ой, документы, как раз все, что надо.
Okay, I'll show you. Hell yeah. Так, ключ. Тут ничего нет. Буду так, тут лучше на шифте ходить. Всякое тут может быть. Еще наклей. Лабиринт яма. Okay, who's first? Now I feel cheated. Так, что это все такое? Тут в полке должен быть какой-то груз. Ну что за груз, я даже не представляю. Ничего. Вот там. Тут даже может что-то есть. Алюминиевая банка. Если не интересно. Патрончики. Да тут вообще ничего нет. Даже обидно как-то, я не знаю. Я тоже думал, что тут что-то весело будет. Это все. Хм. Обидно. Так, а теперь Альянс. Давайте сюда сходим. Пойдем в карьер. Я тут это. Почему бы и нет? Все пошли туда. Не, хороший, так сказать, теперь пистолет. По-тихому тебе можно гонять, и с тобой ничего не будет. Так, там, если я помню правильно, были мутанты. Когда мы сюда в прошлый раз заходили, или когда я сюда в прошлый раз заходил, я увидел там мутант. Вилли, это не тут было. Это было что-то в таком похожем месте. Hell yeah. Dying time is here. На каком кнопке там снайперка была? Вот. Я еще никого не знаю. Оно. Хороший револьвер.
Вот реально. Очень хорошая. Ammo, caps, whatever you find, don't forget to share. Okay. Пойдем-ка, пойдем туда. Посмотрите это место. Тут будет осмотреться, чтобы не пропустить весь слот. На улице было всего лишь двое. Даже как-то странно, можно так сказать. О, ничего себе. Так, что у вас тут? У вас, наверное, ничего нет, да? Ладно, тут ничего нет. Пошлите в помещение, походу там будет хаос. Там будет полно врагов, всякое такое. Револьвер, он очень сильное оружие. Это вот этот револьвер, реально. Там один выстрел, и все, и все трупы. Эту пушку я оглушитель еще не смог поставить. What the fuck? Не-не-не. Тут лазерные ловушки. Которые я на удивление вижу. Damn, I'm stumbling all over the place. I wish we could see where we're going. Кто-то ходит. Так, взламываем. Так, 4. Давайте смотрим. Rolling. Rolling две буквы. Окей. Rolling. Ing. Есть такие ing. Ing. Да, in слово должен быть. Вот не divine, не rolling. Behind. Got it. Hell yeah. Шума входа в систему. Вселенная. Камеру я открыл. Что-то. Тут ничего нет. Тихо, не пугай меня. Я открыл вот это помещение. Входа. I think we're the first people to set foot here in quite a while. А вот и глушак. Разберем его и поставим на нашу пушку. Еще один карабин. Техническая документация. Так, сейф, который мы откроем. Мне нравится больше взламывать вот именно такие сейфы, всякое такое. Потому что, ну, это легче, чем взламывать компьютер. Да надо вот реально сидеть и... Бывает иногда немножко гадать. Кстати, наш пистолет удивительно мощный сейчас. Hey!
Ваншот, вы видали? Просто один выстрел. И его нет. Это мощь. Ну сейчас можно идти на всякие боссы, походу, у нас. Не ори. Спальше еще. Просто ваншот. Your mother. Да. Я знаю. В играх не такое бывало. Что она начала ночевать, а потом все кажется, как будто все кто-то где-то что-то шагает. Так, замок. Sweet. Крышка X, который мне, кстати, когда даже не нужен. Не знаю, зачем я его собираю. Так, это нам не надо, это сойдет изолента, кстати-ка. Которая нам нужна. Так, давайте сюда спустимся. Наверху мы уже все исследовать, там можно спуститься, я знаю. Кажется, если я сюда спустусь, спущусь, будет немножко лучше даже. Your mother! Hell yeah. Вот у них патроны, по крайней мере, есть. Вот сейчас мы получаем, можно сказать, патроны, потому что мы их убиваем одни. Одним патроном, да? If anyone came through here recently, they haven't left a trace in all this dust. А мы получаем потом несколько. Так мы, типа, входим в плюс. Потом все сделаем. О, щит. What the fuck? Hell yeah. Нифига себе, приехали. I'm all for taking all we can, but you're looking a little way down there. This is my favorite part of the job. Так, знаешь что? Не хочешь себе вот одну такую опупенную вещь, вот. И возьми патроны для него. Только все, не трать. Ну, вот я перенесу на эту штуку. Вот, 300,5. И бери вот эту пушку. Хэлли! А, все, кердец, все, даже враг. Так, кстати, это мой дискорд, надо будет его сейчас выключить. Я сейчас пойду, сейчас выключу. Продолжаем. Ничего себе, приехали. Медальон. Что-то клей. Тут мы, кстати, ничего не исследовали так. Это мимо этого места прошел. Можно так сказать. Цена краску брать, потому что оказалось, как, ну, как объяснить-то? Когда ты крашишь этот свой костюм или как-то броню туда, определенная раскраска дает определенный эффект. Я там потом заметил. То есть какая-то дает плюс, например, там, например, к силе, а какая-то часть дает, например, плюс, как вам сказать,
плюс к этому. Харизме, например, или что-то такое подобное. Вот. И там, типа, можно поэтому пилить. Сделать эту пьяну. То есть Валтек, он дает плюс этому как раз. Опять что ли? Я... Да what the fuck? Разные. С хлама. Ой, да ему вес. Самое. Ага. Да ты можешь выкинуть. Тоже выкинуть. Это тоже можно выкинуть. Ну хоть так. Давайте взломаем дверь. Да ё-моё, а как так? Надо идти просто, я не знаю, все продать что ли, все лишнее, или просто в сундук положить какой-то миг. Окей, what the fuck just happened? Я что-то сделал, все сгорели, короче, тут. Есть? Фонарик. Тут ничего. Тут была коробка с патронами и все, и не боли. Да? This place is filthy. Filthy? Shit. Мы зачислили, да, эту локацию? Это самое главное сейчас. Sweet. Лампочка. Это не надо. Ну все. Все, теперь можно идти домой, походу. Или почистить сначала инвентарь. Потом надо найти кого-то и сдать весь хлам. Ну все, мы зачистили это место. Надеюсь, что мы зачистили его. А то, может быть, тут есть лифт, я его пропустил. Такое один раз было. У меня. Что, гулял-гулял, а потом лифт пропустил нечаянно. Это вообще страшное дело. Карта, смотрим. Зачищено, все, идеально. Можешь пойти сюда и отдать там этот медальон, что ли? Или что там надо было сделать, я уже не помню. А, или это не их задание. Подождите, я сейчас запутался. Сейчас взял, какое-то задание сделал. Но какое именно, я так не понял. Ну ладно. В общем-то. I've got that locket back for you. You serious? That's great news. Connie's gonna be speechless. Whatever the Minutemen need, you can count on us. We got a decent workshop here, and Connie's sure to go leaner on her prices after what you've done. Да, то есть тебе можно тут тоже. Это понравилось или не понравилось? Я не понял. Что это такое? Конко. Мутанты. Стоп, что? Я не понял, что они около моей базы-то делают?
What the fuck you are doing here? Только гулять с пулеметом. Hell yeah! Пусть пулеметом гуляет, я не знаю. Ну чё? Нормально. Пулеметы спасли нашу локацию. Чё, давайте сходим в Diamond City. Да, просто так сходим. Сначала все продадим. Нет, надо было в деревне сходить, весь хлам выложить. Щит. Сейчас буду хлам путать. Надо было разобрать и... А! Да уж. Сейчас все сделаем. Ну что, я все сделал? Тут была корова где-то. Что она где-то в ту сторону? Что? Не, она обратно пошла точно. Она же тут как-то разворачивается и идет обратно. Надо поймать и все ей продать. Вот она. Бабьёха. Wait for me. Hey, Carla. Hey there. Trading? Ты ёма. Что-то было. Что? Ну хоть так. Тоже сойдет. Спустите дальше путешествовать. Давайте сходим сюда. Завершим задание. Вот. И пойдем, наверное, в Diamond City обратно. Сделаем другие задания. Там. На либо ключ, либо что-то еще взять. Сейчас пойдем посмотрим. Посмотрим, насколько хорошо у нас харизма работает. А, да, нам нужно было им помочь. Supervisor White. Darling, so good to see you. You fixed our water problem, didn't you? That's right. That's marvelous, darling. Simply marvelous. Here, you can have some of our produce. I'll ask Greeny to give you a discount, too, if there's anything else you need. Now I simply must get back to work. Ta-ta! Прикольно. Можно вообще сейчас идти в ферму свою строить заново. Сейчас пойдем в Diamond City. Точнее, в рынок. Уже Diamond City, если мы пойдем просто в Diamond City, как я понимаю правильно, мы у входа появимся, да? Наверное, да. Там еще разница, там пару метров. Нет, если мы пойдем в Diamond City, там мы укажемся у ворот. Совгород. Да-да. А сейчас мы появимся прямо в... Ну, точнее, внутри, вот. Wall sure looking good lately. Guess Abbott found some more paint. Я даже не знаю, куда пошел, но я куда-то пошел, так что... Привет.
Just a minute, Yetim. I am in middle of story. So then, I am crossing river, right? Wearing nothing but a smile. When out comes the most dangerous of all sea monsters. A Meyerlurk! A Meyerlurk? Come on. That's like 2 out of 10 points of danger tops. Now, if you want to talk something really deadly. Vadim! I forgot you were there, Yetim. What is it? You know what? Never mind. I'll handle it myself. See this bar? I killed a man for it. No, no. I kid. He is dead, though. Now, let me know when you're ready to order. Earl Sterling used to work here, right? Poor Earl. Gone just like that. Such a good bartender. Good friend. Oh, terrible with women, mind you. Bull in China shop with them. You with Valentine's Detective Agency? I forgot to drop off Earl's key when I hired you people. Here, I hope you find out what happened. Security does nothing but yell at me for asking about it. Now, let me pour you a drink. Come on. Yeah, hell yeah. I've got a few minutes to browse. Don't order just one now. Leave it up. You'll find I'm very persistent. Let's hear it. I'm always looking for people who know how to handle themselves in dangerous situations. From what I hear, you may fit the bill. I don't mind danger, so long as I get paid well enough. You'll get paid the starting rate, like everybody else. If you turn out to be as useful as you claim, then we can talk about a raise. By the way, I'm Edward Deegan. You'll mostly be working for me, but you'll need to talk to my boss first. His name is Jack Cabot. He likes to personally interview everyone I hire. He's careful like that. Come down to Cabot House in Beacon Hill and ask to talk to Jack. I'll let him know you're coming. Срочная доставка, ну хорошо. Новое задание появилось очередное. Это как в Скайриме, говорю. Вот гуляешь, сейчас подбираешь, получаешь задание. Мимо кого-то прошел, он тоже хочет, ты ему помог, я еще это задание. Поговорил с одним. То еще один захочет что-то. И вот так это все и работает, в общем-то. Система это все открытых миров. В Ведьмаке такого... особо нет. Ведьмаки там видно, что именно сайт квест, но именно так, что по рандому появляется везде, непонятно что и как. Только вот таких игр. Тут ничего. Какова наша цель? Тоже можно всякие, ну, секретные проходы, всякое такое. Че нет? Hmm.
Что-то ничего не вижу. Я пошла туда, но... Интересно. Надо обыскать, но я даже не знаю, что именно надо находить. Серьезно. Leave that junk behind. You're just wasting space. Я потратил около 20 минут, чтобы найти эту папку какую-то непонятную. Я все углы проверил по 200 тысяч миллионов раз. Просто. Я дома... Я еще никакой дом так сильно не искал, сколько я сейчас это делаю. Where is Doc Crocker? I'm a doctor, not a secretary. I'm sure he'll be around eventually. Now, I must insist we talk about your medical needs. So what kind of treatments are common around here? Bandaging wounds and cleaning radiation exposure are the most common things you outsiders usually ask for. That and kicking a chem habit. Not now. Very well. Так, я походу что-то прокакал. Ну ладно. Мега хирургия. Где-то мегахирургия. Not supposed to talk to people I don't know. Вот это мегахирургия, подождите-ка. There's an awful lot of blood leading into the surgery center basement. Should try and find a way down there. Doc. This better be an emergency. Care to explain all this blood leading to the cellar? This is a medical facility. It's not unusual for there to be some blood here or there. My partner must have forgotten to clean up. Again. Anyway, we should get back to your immediate medical requirements. I need to get into the cellar, Doctor. What does this look like? A public outhouse? You know what? Don't answer. Why on earth would I let you down there?
I'm investigating a missing person, Doctor. And I think the trail leads to your basement. A missing person? In our basement? Mm-hmm. So unless you have something pressing, I have other matters to attend to. Could 100 caps change your mind? 100 caps? To visit our basement? Well, here, the key. Just don't touch anything down there. Understand? Вот так. Мне, конечно, можно было дать ей взломать. But I think we're just about done. Our little mistake is finally going to be corrected. Oh, naughty, naughty. Take it easy, Doc. Let's talk about Earl. I didn't mean to do it. You have to believe me. Doc Crocker is a brilliant surgeon. No one dies under his care. No one dies. They just walk away happy. Happy with my work. Happy with their new face. Not screaming. Not bleeding out onto the floor. Earl, he just didn't want to be happy. That must have been it. You killed a man, Doctor. You're gonna pay for it. Put the gun down and come with me. Seriously? You're going to let him live? No. No one can find out. No one can find out. Time to have some fun. Come on. You mean that's it? Какая-то жесть, серьезно и быстро. What's going on here? Looks like it'll be a closed casket funeral. Dr. Crocker. Hey, Doc. I think you owe me an explanation. What happened here? Doc Crocker killed Earl Sterling. See for yourself. Dr. Crocker killed Earl? The facial reconstruction. So he really did go through with it. That explains a lot more than I'm comfortable with. Dr. Crocker always cared about his reputation, but this is inhuman. True. You didn't know. It's not your fault. Of course it's not my fault. That moron and his damn appearance over practice mentality. Now 2 lives have been lost. It's disgraceful. I better report all this to security. Get out of here. It's going to take a long time to clean this place of biohazards. Ну, по крайней мере, мы вышли, все нормально. Никаких проблем. Кстати, у нас глушак. Я его переставил на нашу пушку. То есть его снял с одной пушки. Представь на свою, теперь у нас есть глушак, где можно находить. Hey there, а, здравствуй. Хе-хе-хе, мальчик. О май гад. И что люди это после этого подумают? Я без понятия. Мисс Перкинс. So, you find out where Earl Sterling ran off to? Earl never went anywhere. Doc Crocker killed him during a botched surgery. Crocker killed Earl? Gone as long as he was, I figured maybe Raiders or the Institute, but Crocker? Where's the doc now? Rotting in a cell, I hope. It was him or me. I had to put him down. Goodness. I'm sorry you had to go through that. Here, take this. Sounds like you earned it. I'll send word along. Let everyone down at the dugout end know what happened. Shame it couldn't be better news. Thanks again for closing this one out. No problemo. Да мы вообще... Мы профессионалы во всех делах, сэр. Мы уже столько всего сделали, вы даже не представляете. А сколько квестов? Мы уже, наверное, за эту серию квестов 5-6 сделали. То есть вот тут мы почти все квесты сделали. Осталось вот такой вот тут это дел. И все.
Sus, boy. Я его могу, кстати, активировать. Может быть, попробовать в какой-то момент. Гамма пушка, которая очень сильно делает большой урон, очень огромный урон по людям, но не по другим этим. Apparently the castle's been trying to get you on the radio. Some kind of situation over there. Better go see what's going on. I found out what those robots in Grey Garden needed and took care of it. Even better, they want to be Minutemen. Huh. I guess I never thought of robots being Minutemen. But why not? If they're willing, I guess we can use them. Since you're here. But they're worried the super mutants will come back and forth. You better get over there before it's too late. Это сейчас. То 20% надо что-то с защитой сделать туда. Поставить пушки, всякое такое. Наверное, сейчас займемся этим и закончим серию на этом. Соблюди свой разум. Описание этой машины. Неужели это мозг-провалка реально какая-то? I don't understand these Minutemen. Why the hell would you bother helping a bunch of low-life farmers and settlers for free? Hey there. Ah, there you are. Finally. I've been waiting to talk to you. Here I am. What did you need? I'm Ronnie Shaw, Commonwealth Minutemen. At least I was, back before Joe Becker got himself killed and the idiots took over. Glad to meet you. We could use some more veterans around here. Ah, well, you're right about that. I feel like some of these you've got still may need their diapers changed. What do you actually want? Heard you were trying to get the Minutemen back on their feet. Thought I'd come see the new general for myself. So what's your story? What makes you think anybody even wants the Minutemen back? The Minutemen are the good guys again. People are starting to realize that. I've heard some good things. Wouldn't be here otherwise. Now that I'm here, I can see you really need my help. Are you offering to rejoin? I guess I am, but first things first. I'm probably the only one who still remembers this, but the castle's armory was located in the West Bastion. All of our best equipment was stored in there. Weapons, ammo, schematics, you name it. Come on, I'll show you. Арсенал? Ага, ну о, да, это еще не ходил. Я так не понял, как сюда попасть. Ah, good. Looks like it might still be intact. Door still sealed. Bastion hasn't collapsed. Trick now is finding a way in. Do you know some way to open this door? No. And even if we could blast it open, we'd probably destroy what's inside while we're at it. If you can't go through, go around. Let's have a look at the northeast bastion. Okay. Shit. We have a problem. Excuse me. Just hold your horses. Follow me. Ты медленно. Правильный. This was the general's quarters. Used to be a tunnel leading from here to the armory. This tunnel's blocked by this rubble. We'll have to find some way to clear it.
Ракетная установка. Hell yeah. Что сел? А что надо сделать? Что от меня хотят-то? Подождите, не понял. Проник тут в арсенал замка. А что мне надо типа сделать? Hey, I didn't bring any explosives, but I sure as heck hope you got some handy. Есть ракетница. Давайте попробуем ее взять. Нет, пока что нет ракетницы. Сейчас будет. Нельзя же ее дали. Ой, не зря. Hell yeah. Так, F5 на всякий случай. Вообще не хочет. А что можешь сделать, чтобы... А, народ, тут оказалось намного проще, чем я думал. О май гад. Shit. Окей. Ладно. А я тут мучился и думал, как это все делается. Непонятно. Хэй. Тут типа осторожней, что ли? Пушное ядро. Shit.
Holy shit. Стоп. Где именно? Я их вообще не вижу. Seems awfully quiet around here. Курва. О май гад. О, шит. What the fuck is this shit? Oh my fucking god. What the fuck is this? Что это? Реально какая-то махина огромная. Так, в то подъем в следующей части. Спасибо, что смотрели. What the fuck, он снова вышел. My fucking god. All right. Here we go. Да, где там мой дробаш? What the fuck? Holy shit. Ничего себе. Вот это да. АП5 просто реально. I'm just so hungry all the time. Hey, what you need? Holy shit. Ладно, вот это да. Вот это махина. Ставьте лайк, комментируйте, не забудьте подписаться. Вот такие дела у нас. И всем пока.